еще куда-то поехали. Я люблю кататься на велике. Это я вспышку делаю. Для трансляции будут вырезать фотографии, и для этого мы пришли на фотосессию. В общем, намечается прям хорошая трансляция. Винтер арка. No balance, no base, you better be afraid. Not hot, not great, you've never been this way. No, you never be the same. I know, you're thinking about my name. Tell me why, give me a break. Give me all the things that I just can't escape. I am the better than anything. The way I look at them, I never have to be. I am the better than anything. The way I look at them, I never have to be. No, you better be afraid. No, 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 no
Riders, ready. Watch the gate. Еще раз добрый вечер. Мы в Саранске, Мордовия, на захватывающем финале Кубка России от Альфа-банка по BMX-рейсу. И мы смотрим финалистов мужчин. Мужчины-элита. Здесь тоже собрались настоящие титаны BMX-рейсинга нашей страны. И сейчас каждого спортсмена можно будет рассмотреть чемпионат. И на чемпионате занял 7-е, по-моему, или 8-е место. Из Санкт-Петербурга, а все гоняет за Москву всю свою жизнь. И вот сейчас он, несмотря... 250 баллов, у Катышева Александра 269. Они практически идут по сумме этапов России, но я не думаю, что Александр Катышев так просто ему его отдаст. Внимание, на старт, погнали! Финальная гонка сегодняшнего дня. Вот он, по-настоящему мировой уровень. Вот он, драйв. Вот она, настоящая скорость. Посмотрите, какие пролеты. Это очень быстро. Александр Катышев, очень мощный. Да, наверное, сейчас ведет, как я вижу. Да. Угу. Александр Катышев на первом. Катышев на первом месте. Катышев. Яскин на втором. Яскин на втором. Ну, вот, собственно, здесь мы видим, как распределились места не только...